Один остров, один месяц и три роскошные виллы, на которых они будут жить. И все они блогеры, которые вроде пока ничего не должны налоговой. Экран? Но есть одно но. На каждой из этих вилл они должны жить все вместе, потому что иначе очень дорого. Иди ко мне. Я иду к тебе. Могу сказать лично, могу сказать на камеру. Давай. Смогут ли участники не пересраться за этот месяц? Какие они, когда выключается камера? Сцена кризис пережил. Мариса был в депрессии жесткой. Вообще не уходил. Мы это не обсуждаем, боже. А не я у тебя на интервью, а ты у меня. Сейчас уже ты у меня. И самое главное, примет ли их остров? Она боялась пауков, но они не боялись оказаться в ее комнате. Энди, it was danger? Really? Энди! Парни и безумные девушки. Настоящие эмоции, глупые поступки и любовь. В первом в мире реалити-влоге «Виллы контента». Всю эту историю вам расскажу я, Таня Старикова. И совсем скоро мы познакомимся с остальными героями нашего шоу поближе. Но сначала простой жребий решит, где будет проходить наше шоу. Совсем недавно запустилось новое мобильное приложение «Яндекс.Путешествия». Идеальная площадка, где все в одном месте. Покупка билетов и бронирование отелей в России и по всему миру. А если вы запутались, там на связи с вами служба поддержки 24/7. И такая вот прикольная фишка. Я делаю селфи, и система генерирует предложение, куда мне слетать. Скачай приложение, попробуй эту игру на себе и получай промокод за прохождение. А по моему личному промокоду Старикова ты получишь 10% скидку. Что ж, давайте, наконец, решим судьбу нашего путешествия. Ну, Бали так Бали. Отправляемся на остров, покоривший сердца миллионов и заставивший всех снобов лепить себе рис на лоб. Какой он на самом деле? Примет ли остров наших героев? Кто их покусает? Получат ли они за этот месяц хоть один инсайт? Давайте узнаем. Первая серия и первая вилла. Ну что? Я ушла. Так, ну что, вы готовы? Мы заселились на виллу. Она уже снимает что-то. Это что-то какая-то видеосъемка? Классно здесь, да? Я хотела снимать арку персонажей. Подожди. А, на Сережу? Арка персонажа Сережа. Это Сережа. Что вы делаете? What are you doing for a living? Держать мне телефон на моем. Купил всю технику, которую можно. Классная камера, кстати. Для того, чтобы обустроиться с нашей виллой. Прекрасную московскую квартиру. Да, подсветочки, все фигня. Сейчас ищу, где купить проектор. А вот туда мы его направим. Я обожаю жить с Серегой уже. Поставим камеру, будем каться смотреть. Транспорт, который все арендуют на Бали. Транспорт, который арендовал Сережа на Бали. Приложение, говорит, у него есть. И Bluetooth есть. Смотри, руль. О май гад, это что, все дисплей? Будущее, будущее. Пока ты будешь стоять в пробках, на ней тебе будет не скучно. Берем. Девчонок будем катать на ней. Получается, едем за девчонками тогда. Потому что пока все для девчонок готово, девчонок нет. Это Вика. Вика очень деловая. Просто реально все тусуются в бассейне.
На Бали тоже работают люди, а вы не верили, смотрите. Весь мир это они, а я в нем Сережа. Это Леша. Он выглядит так, как будто бы у него мог бы быть курс по прессу. Руки на спине, плечи. И у него будет курс по прессу, девочки. Так что ли, в зал ухожу, когда тут все меня зовут? Конечно, в зал же он уходит, человек. Уйдет. Уйдет? Можно все? По-моему, вот у Димы уже все ушло вообще. Принеси пиво, Леша. Блинчики почти готовы. Это Леша. Пошла тренировка. Если вы не знали, как выглядит серфинг, это вот так. Леш, покажи, как ты сегодня волну брал. Сколько волн взял сегодня? Много. 12? Я думаю, было. Нет. А вот поэтому покажи человека. А это Максим. Это Максим и Саша даже вот. Максим вообще утром встает, едет серфить, отвозит сына в детский сад. Ну что ж, вилла контента заселена. Запомните симпатичные лица наших постоянных персонажей, а то сейчас к нам будет приезжать полно друзей. И участники уже получают первое задание – спланировать мой день рождения, который наступает через несколько часов. Короче, мы тут уже заказываем лепестки, чтобы заполнять ими бассейн на завтра. Сережа ищет кокосовый ром. Марина ищет лепестки. Доставка цветов, да. Но это прям букет. Так мы можем им написать, спросить, нет ли у них, и может, они нам подскажут, где взять. Давай напишем. Такая есть еще идея, наполнить бананами этот бассейн. Смотри, на банан представь, что их 250, получается? Да, и он такой почерневший чуть-чуть, я пытаюсь представить, как красиво нам, ли как это. Как нам с одним бананом? Раз фотошопим и посмотрим, как. Надо решить, как нам с одним бананом вообще вот. Его скотчем приклеить. Это классно? Очень красиво. Его скотчем серебряно. К воде. Давайте чипсами украсим все. 3, 4, 5, 6. Одна плитка, 10 бананов. Еще раз лицо. Ты заходишь, вилла пустая, а ты уже в колпаке с днем рождения. Ты думаешь, какого черта мои друзья меня кинули? И ты заходишь, а тут 10-метровый баннер, и на нем написано твое лицо, и прыгни на меня. А ты понимаешь, а мы под баннером 30 человек сидим с хлопушками. И ты прыгаешь, баннер скатывается, и мы сюрприз! А как вы не утонули за то время, пока я заходил? Мы задержали дыхание. Ну ты правда поедешь в 5 утра за цветами? Ну это жестоко. Если это на камеру, то подтверждение, типа, то я ничего пока не подписываю. Но скорее всего, если ты выглядишь, то... Уже 00:20. Я уже 20 минут как 32-летняя. Вообще-то мы планировали завтра отмечать. Да. Друзья уже здесь, а уже и полно. Таня, с днем рождения! А вы не спали? Мы думали, вы спите. Мы спали, но ты включил рэп, Леш. Кто проигрывает, тот завтра моет посуду. Он играет реально. Это же не обычный бентанг, а бентанг кристалл. Бентанг кристалл. Чтобы выпить за эту кристально чистую девочку и поздравить ее. С днем рождения! Человек, который умеет вокруг себя собрать кучу людей, завтра мы это посмотрим. Посреди яиц и... Вот они. Это они. Нашли. Сколько это стоит?
денег. Ой, а вот эти вот, кстати, красивые. Ты стражник этого рынка. Таких букетов мне еще, кстати, никто не дарил. Как хорошо, что Сереже это нужно для сторис. Надо еще два мешка дойти. Он был, это мы купили все, что там было. Вообще все да, мешки забрали? Да, я да. Я бы еще два мешка бы сделал. Ну, тоже. Да. Я бы тоже. Я, смотри, я сейчас возьму самую красивую. Что это? Хризантема? Лилия? Что это? Кто это? Смотри, что сейчас будет. Сейчас что-то будет. Какая-то... Ну да. Опа! Опа! Самая красивая плавает по центру. Ну дела. Для тебя. Спасибо большое, Лёш. Я, кстати, всегда мечтала так день рождения начать. Да? Ну сосите из чего? Господи, боже! Ну вот здесь они выглядят как будто 9 мая, и там подношения принесли. Это в принципе тань для подношений сделано. Эти цветы не для купаний. Называется. Дион! Дион! Тимати, ты вам привет! Днём рождения! Спасибо! Пришел Даня и принес чисто балийские вещи для дня рождения. Значит, бусы. И вот такого вот башка, сделанного из гриба. Это из грибов. Прикинь. Что-то в тюрьме не сделают, да? Реально, это Каспер дал. У него сегодня спать. Это пригласили меня просто. О, Господи, солнце, какое красивое! Я понимала, что в январе на Бали будут все, кого я знаю из Москвы. Но то, что здесь еще и все нижегородские, ну не все, но много. Это просто подгон судьбы. Вы посмотрите на это. Я бросаю, да? Давай. Сразу. Да, и туда же сам прыгай. Ты ж мой хороший. А что произошло сейчас? А почему Миронов на крыше? Да он с третьей попытки будет. Он создает шоу. Быстро! Горит курица! Кто-то снимает точно. Еще раз мы не снимали. Это смак продолжается, как накормить из двух кур 30 человек. Так. Танюша? Да. Это мне? Я дарю тебе это. Спасибо. Наверное, первый раз в жизни мы встречаем день рождения, так? Но жизнь уже вернулась на круги своя.
продолжаются уроки серфинга. И все, что напоминает о прошедшем празднике, это розовый фламинго. Я, конечно, в этой ситуации абсолютно точно Дима. Арка персонажа продолжается. Ну, привезли. Маленький, да? Сдирание пленочки. Ой, прям с линзы. Я вся в розовом в этой кепке. Ощущаю себя очень счастливым подростком, конечно. Леша на самом телефоне в морозилку, потому что он перегрелся. Нормально. То есть у тебя просто был типа сос? Ты кошельком прям засунул, да? Ну правильно, что? Леш, загугли слово конденсат. Да, Леш, ты еще одно. Я понимающий кивнул. Обратно на солнце его, срочно. А потом на 5-7 минут чесночком. Так выглядит телефон из морозилки. Блять, надеюсь, он будет работать. Вот у тебя каждый день, конечно, такой интересной жизни вообще. Потерять ключи, найти ключи. Леш, вообще есть ощущение, что телефону не очень хорошо. Может, его хотя бы полотенцем каким-то промокнуть? Горело. Ну да. Ну так ты просто кладешь его под кондиционер и все. Мы решили на 5 секунд вложить. Ага, но 5 секунд прошли сколько времени назад? Часочек назад. Час у тебя в морозилке телефон пролежал? Не включается пока? Нет, включается, нормально. Ты все, насерфился уже сегодня наконец-то? Я готовлю выход в 3. А, ты еще в 3 пойдешь серфить. Понятно. Его зовут Борис. А это мой размерчик? Как вы думаете? Ну давайте так, как вы думаете, это мой размерчик? Да. Мой? Только живот в тени. Серферы такие сексуальные. Следующий кадр. Ой, мы как это, команда. Я просто Эльку взял. КВН. Элька, а где ты? Команда КВН серфера. Случай в аптеке. Смотрим. А это Борис. Он немножко умеет говорить по-русски. Я спросил его, когда он научился говорить по-русски. Он был в России, он говорит, нет. Я научился русскому от тех ребят, которые приходят ко мне серфить сюда. Я спросил, был ли он в другой стране когда-либо. Он сказал, нет. Я говорю, был ли ты в другом районе Бали когда-либо? Он сказал, нет. А зачем мне это, если у меня здесь все есть? Ну, живет жизнь человек. Полтос потом, да? Зелененькую дали ему. Ну, полтос, полтос. Полтос потом. Они все так уверенно это делают, как будто им это сейчас пригодится. Наивные. Вообще, насколько я пока поняла этот спорт, серфинг, как мы его себе представляем, вот именно когда чувак едет по волне, занимает процента 3 от всего, что здесь происходит. В основном они просто плавают с доской в воде. И если какой-то интересный день, то просто выживают в океане на волнах. Жесть просто. Посмотри, как выглядит выход из воды вообще. Это жестоко. Его уже 3 раза сбило с головой волна.
Ты взял волну. 5? Я видела... 6. Да? 5, я видела 6. 3. Ну, вы просто посмотрите на это. Есть мнение по закату? Нижний Новгород, откуда ты, да? Откуда мы все. Ага. Часто кличут столицу заката. Так. Вот у меня к тебе вопрос. Вот ты считаешь, что это конкурентоспособный закат? Вот ты считаешь, что это Нижний Новгород? Кстати, мы в Нижнем. Так, нет, ну такая ситуация, что я бегу, конечно, вообще-то снимать закат. Я такого не видела вообще. Более счастливым человеком, если я нашла вот такого щеночка. И у нас вот такой закат сегодня. Знаешь, что это щеночка на пляже валялся просто. Он кусь маленький. Ай, ай, иди гуляй. Слушай, моя море. Запахи соленого моря в этой бездарной пустыне. Тени как дым, тени как ноты из Андалусии. Мы оба хотим любви и свободы. Твоя нагота всегда по погоде. Надень и носи ее. Короче, я не знаю, какой 136-го был план этот проектор, но мальчики отводились по-своему и подключили. Дукалис есть? Леша сказал, что Дукалис всегда онлайн в Fortnite. 14 часов назад был Дукалис в сети Максим ВО. Все-таки спит иногда, ну слава. Она книжки читает в это время. Теперь, короче, надо найти и съездить сейчас за трайподом и поставить над басиком, натянуть три рога. Ну что вы думаете, Леха запустил курс по прессу сегодня? Ты же ты уже миллионер? Ты уже миллионер? Да нет, ты что, я не вижу. Если мы в понедельник окажемся на новой невероятно красивой вилле, ну, собственно, все хорошо. Боже, новый день, новая покупка Сергея Калюжного. Есть. Что это еще раз? Можно маникюрные уточнить? Приспособления. Хорошая вещь. Вставляем ноготь на полчаса и через полчаса вынимаем идеальные пальчики. Через полчаса, 2 секунды. И... Яс! Леш, ты обещал в понедельник рассказать, стал ли ты миллионером. Нет. А это что? Рука, правильно. Приехали мы, значит, домой, а тут творится невероятное. Приехала Ксения. И оказывается, что они с Гошей Карцевым придумали сделать сюрприз, ужин мне. Не знал, что тебе подарить. Вообще, я тебе голову сломал себя. И я решил тебе подарить человека. Что тебе такое никто никогда не подарит. Человека, которого я сильно люблю. У Ксении есть свой очень вкусный плейс в Москве. Я помню, как мы приходили к тебе там кушать. И теперь он переехал к нам сюда. Напомню, что она готовила, да. Биллу Гейтсу, блядь. Он рассказывает, что готовила Биллу Гейтсу и Ирине Шейк. Видимо, тоже в качестве сюрприза для нас. Вот такой вот начинается закат. Да.
да, если что, Лера отравилась, и вот такие вот симптомы. Матвей, ну, я тебе так скажу, у тебя очень высокая планка женских танцев на жизнь. Саша создает эстетикс. Фотографии Александры Бримовой выглядят красиво даже за кадром. Вот он, курс идеального мужа-то. Кидай сюда. Все? А, и это кидай. Все. А это что? Это кози... кози-сет. Идеальный ОКР для сервировки стола вообще. Ты сюда вот чуть-чуть вот так поправил тарелочку. Да, конечно. У нас севиче из креветок. Я вроде спросила, ни у кого никаких аллергий нет. Там авокадо, огурец, лук и манго-пюре. О май гад, а что там? Она что-то задумала. Это, кстати, последний день на вилле у нас сегодня. Дальше на улице будем жить. Да, скорее. Переселение какое-то массовое происходит. Все, мы выезжаем с этой виллы. Утка едет с нами в Убуд. Спасибо этому дому. Едем в Убуд. Только наши участники подключили проектор и сблизились, как им пора уезжать. Их ждет центр острова, джунгли и настоящие приключения. К сожалению, наше шоу покидают Максим и Саша. Но таковы правила. У них ребенок ходит в детский сад в Чингу, и они не могут оттуда уехать. Но это значит, что нас ждет новый герой. Подписывайтесь, чтобы узнать, кто это. Ставьте лайки и пишите в комментариях, кто из участников ваш любимчик. Поверьте. Шоу «Виллы контента» только началось. Норм? В следующей серии «Виллы контента». Новый дом в Убуде и дележка комнат. Thank you. Как пройдет встреча блогеров с природой? Okay. Okay. Что еще купит Сережа? Что потеряет Леша? На что они готовы ради контента? И куда приведет Таню Димина жажда приключений? Всем привет, это 1 километр в океан ночью с незнакомым мужчиной челлендж. Мы тут вписались. Продолжение следует.